Беларуси, мы уже говорили, да, в Беларуси, вы знаете, Александр Лукашенко настаивает на том, что пора возвращать крепостное право. Он так и заявил, он готов, что сказал о том, что все работники колхозов и совхозов, которые будут собираться менять сферу деятельности, переезжать в город, не смогут это сделать. Им будет это запрещено. Как сказал сам Александр Лукашенко, когда-то Александр народ освободил, теперь Александр народ все это и запретил. Тут все понятно. И посмотрите, все новое хорошо, забытое старое. Вы понимаете, что это процесс начинается, это запускается процесс, да, крепостное право. Сейчас будут вестись переговоры с Монголией о возвращении ига. Буквально... После этого следующий этап – это раскрещение Белоруссии, возвращение язычества, постепенный отказ от прямохождения и финал – легализация хвоста. Но это все еще далеко, когда будет 2016-2017 год. А в 2018 году съемки фильма «Парк юрского периода» уже без компьютерной графики на территории Беларуси.